Привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Я вам давненько обещала снять мою коллекцию косметики, показать об организации, где я храню косметику, сколько у меня их. И, наконец-то, сегодня я решила снимать это видео. Сегодня меня в кадре не будет, а будут лишь мои руки. Но я надеюсь, что это видео вам понравится. Давайте начнем с того, что лежит на комоде. Здесь у меня лежат ароматы с недавних времен. Это моя пристрасть, так скажем. Мне очень нравится коллекционировать ароматы, и я это делать недавно начала. Вот раньше я пользовалась только вот этим ароматом. Это Жадель Поза Арабиан Найт. Он очень дорогой, стоит около 200 манат, что делает где-то $120. Дорогой достаточно аромат. У него есть разные версии. Я останавливаться на нотах и подробно рассказывать о каждом аромате не буду, чтобы это было максимально быстро. Дальше здесь у меня два аромата от Golden Rose. Один называется Red Dose. И вот этот, кстати, мне нравится намного больше, чем вот этот. Вот, но для коллекции я купила оба. И также у них есть еще два аромата. Один голубой, а с запахом морской лагуны или что-то такое. И желтенький. Я собираюсь купить их тоже. Здесь по 100 мл, и каждый из них стоит около 30 манат. Мне кажется, это недорого для 100 мл. Этот вообще пахнет Armani Си, вот один в один. Дальше мой любимчик, это Far Away от Avon. Вообще мне нравится серия Far Away. Far Away Gold является моим вообще фаворитом. Обожаю просто. Просто любовь. Дальше мое разочарование, это Тоус. Мне очень понравился тюбик, я его купила, но если честно, сейчас уже я жалею об этом, потому что он совершенно не стойкий, здесь 50 мл. Это просто какой-то освежитель воздуха. Дальше еще одно мое разочарование, это Алена Ахмадулина. В общем, пахнет очень странно, поначалу он мне понравился, но потом я поняла, что аромат совершенно не мой, очень тяжелый, такой кислый, в общем, никому не советую, потому что стоит он по расценкам Faberlic недешево. Вообще ароматы Faberlic мне как-то не очень, если честно. Мне больше Avon нравится. Дальше еще один аромат от Faberlic, который мне подарили. Называется он Рената. А если честно, я пробовала пробник. И мне в пробнике он очень понравился. Но когда я получила вот такую вот полную версию, не в восторге. Следующий мой любимчик, это Avon Far Away Rebel. Серия Far Away мне нравятся все. Этот не исключение. Дальше у нас опять Avon. Как вы видите, я Avon люблю. Это Ив. Отличный аромат. Я уже половину израсходовала. Такая миниатюрная упаковка. Здесь 30 мл. И очень легко носить с собой в сумочке. Мало места занимает. Дальше опять Avon. Этот аромат мне посоветовала моя подписчица. В Инстаграме как-то я показывала распаковку этого и вот этого аромата. Если не ошибаюсь. Нет, ошибаюсь. Я показывала распаковку вот этого аромата. И тогда она мне посоветовала, что если тебе нравятся сладкие ароматы, купи вот этот. Она мне кинула фотографию своего аромата. Я приобрела, честно, не в восторге, но неплохо, пользоваться можно. А еще иногда у меня бывает такое, что я покупаю аромат, и поначалу он мне совершенно не нравится, но проходит время, потом я его как бы использую, мне нравится, я как-то привыкаю к нему. Постараюсь быстренько пройтись по остальным. Это Faberlic из серии Aromania Ванила. Честно, не очень понравился, потому что очень сладкий, приторно сладкий. Даже, знаете, здесь присутствует некая горечь. Дальше здесь вы, наверное, подумали, что это Yves Saint Laurent. На самом деле это подел. Я покупала его специально для видео. Подписчики управляют моим днем. Любимый просто аромат. Он у меня от Miniso. Корейская или японская косметика. Мне очень нравится этот бантик. Они были там двух вариантов. Я даже во влоге вам показывала, когда покупала его. Дальше Cherish от Avon. Здесь 50 мл. И вот, например, этот аромат поначалу мне как-то, ну, не вау, не зашел, если честно. Но мне очень нравится, как он раскрывается спустя 15-20 минут. Вот, пользуюсь тоже. Этот аромат ни разу не носила на себе после того, как купила. Это Viva La Vita от Avon. Ну так, на четверочку аромат, может быть, привыкну. А это вот такой вот аромат, который называется Анна. Короче, продается в идеале, мне его дарили. Такая миниатюрочка, мне кажется, смотрится очень мило. Здесь осталось на дне прям немножечко. Следующее, что мы будем рассматривать, это хайлайтеры, потому что я очень люблю хайлайтеры, и это одна из моих любимых категорий. Вот тени, хайлайтеры и парфюмы, это просто взрыв мозга. Давайте начнем вот с таких вот сердечек от Makeup Revolution.
У меня есть вот такая вот серебряная, и она самая любимая. Как вы видите, здесь даже есть вмятина. Прям любовь. Таких у меня было 5, но один из них я подарила Шелли, поэтому у меня осталось 4. Это такой темный, и если честно, он не подойдет для меня как хайлайтер. Я его использую как тени, и то очень редко. Прежде чем купить их, я смотрела обзоры, и некоторые девчонки говорили, что упаковка очень хлипкая и не очень. На самом деле ничего подобного, мне все очень нравится. Вообще я люблю косметику от Make Up Revolution. Дальше мой любимый. Здесь есть вкрапление золота. Смотрится очень естественно. Прям обалденно. И единственный, которым я ни разу не пользовалась, а просто делала свотчи, это вот такой вот матрас. Честно, он до меня не очень дошел. Вот эти вот красные цвета, они прям как пятна остаются на скулах. И это смотрится, мягко говоря, не очень. И один из первых, который я купила сама, это от Deina. Он у меня один раз упал и разбился. Я его перепрессовала. Некоторые говорят, что после прессовки хайлайтер меняет свою текстуру и так далее. У меня ничего такого не было. Просто у меня появилась другая альтернатива. Поэтому меньше пользуюсь именно этим. Дальше вот такая вот палетка, которая меня, если честно, разочаровала. Очень она аккуратненькая, красивенькая. Вот здесь можете увидеть камеру, то есть себя. И здесь 3 вот таких хайлайтера. Они очень слабо сияют. Если честно, это больше напоминает какую-то пудру. Я не люблю такие хайлайтеры. Я люблю, когда прям видно из космоса. И прям достаточно одного взмаха, чтобы было сияние. Очень нравится упаковка, красиво смотрится. Заказывала с официального сайта Revolution, Revolution Beauty. Но, к сожалению, когда ты заказываешь на сайте, ты не можешь протестить. Если бы можно было затестить, то я бы не взяла, однозначно. Дальше еще одна палетка дочерней компании Make Up Revolution. Это Live Love. Вот, тоже заказывала на сайте Revolution. Но, если честно, я в шоке от упаковки. Посмотрите, она в каких-то пятнах. Хотя я не могу сказать, что я прям годами ею пользуюсь. Не знаю, откуда взялись эти пятна. Еще здесь немножечко вот так вот сломалась упаковка. Не люблю, когда упаковки выглядят вот так. Такие средства я стараюсь быстренько закончить. Здесь такая палетка хайлайтеров. Правда, я не знаю, куда такой хайлайтер или такой, например. Но я их просто использую как тени, а вот эти как хайлайтер. Кстати, вот этот, я сейчас вам покажу, не поленюсь. Он просто идентичен с этим. Вот эти 2, они одинаковые. Здесь одинаковые вкрапления золота. И на лице тоже смотрится одинаково. Палетка неплохая, пользуюсь, но что-то последнее время я ее положила в шкафчик подальше и совсем забыла про ее существование. Дальше палетка от Essence, которую я заказывала с Beauty Home. Gore for the Glow. Вот такие вот дуохромные хайлайтеры, крутые, честно, очень классные хайлайтеры, переливаются очень интересно. Вот, хоть и цвет кажется голубым, но на лице это выглядит просто бомба. Есть 2 варианта вот таких вот, Go for the Glow, 2 вида. Но вот второй вид мне не очень понравился, поэтому я взяла этот. Вот, кстати, с ним тоже ни разу не делала макияж. Представляете, купила и лежит просто мертвым грузом. Дальше хайлайтер, которым я пользуюсь почти каждый день на протяжении, наверное, где-то недели. Очень нравится. Он такой мягенький. Классно переливается. Я не знаю, вам на камере будет видно или нет. Скорее всего, нет, потому что у меня на камере сейчас режим баланс белого, поэтому навряд ли вы это увидите. Ну, в общем, поверьте мне на слово, очень крутой хайлайтер, я им пользуюсь. Мне очень нравится сияние, выглядит очень естественно. И, конечно же, упаковка, она такая мягенькая. Пончики, как правильно, да, они просто запали мне в душу. Сейчас там на сайте есть другой вариант, вот такой вот, без этой дырочки, тоже классно. И недорого стоят они. Дальше моя любовь и просто боль. Я очень не люблю, когда ломается упаковка. Тем более у такого крутого хайлайтера это просто умереть не встать. Это просто такая пигментация бешеная. Это прям сияние из космоса. Настолько крутой хайлайтер. Просто жалко, что сломалась упаковка. Поэтому мне, честно, очень неудобно им пользоваться. Наверное, куплю какую-то магнитную палетку и как-то переспрессую туда. Я вот когда покупала эту большую, я думала, что это те же хайлайтеры, что и здесь, просто вот в таком вот формате. Но я ошиблась. Там рисунок один и тот же, они совсем не пигментированы. Это ужас какой-то. Он очень хорошо пигментирован. Смотрите, какая красота.
Я кайфую. Дальше хайлайтер, который называется Skin Kiss Pink Kiss от Revolution. Как вы видите, здесь есть дырочка, значит, я пользовалась этим хайлайтером. Но, если честно, выглядит не очень естественно, но для каких-то видео выглядит круто, но просто на улицу с таким хайлайтером не выйдешь. Потому что именно сияние, оно неестественное, понимаете? Оно прям видно, что ты намазала розовые тени. Но для видео идеально. Именно поэтому у меня здесь дырочка, потому что я обычно крашусь как раз-таки для видео. Дальше. Хайлайтер кремовый от Revolution. Честно, я ошиблась. Я не люблю кремовые хайлайтеры. Мне больше нравятся сухие текстуры, как и в румянах, как и в тенях, так и в хайлайтерах. Я на сайте просто ошиблась и не посмотрела, что оказывается он кремовый. Поэтому лежит у меня в упаковке, я планирую кому-то подарить. Дальше вот такой вот слиток, который меня, если честно, поверг в шок, потому что на сайте он голубой, а пришел мне вот такой вот белый. Но я, если честно, только рада. Я просто купила его, потому что он был на скидке, просто по смешной цене. Вот, но меня немножко смущало, что он голубой, но когда пришел белый, я просто была очень рада. Проблема в том, что он немножко кремовый, и вот когда вы делаете вот так вот, такое ощущение, что сюда налили воду, вот честно. Немного сложно он наносится. Кисточкой это сделать очень сложно, пальчиком еще как-то. И последний, это не хайлайтер, это тени от Catrice, которые я использую в формате хайлайтера. Как вы видите, уже заканчивается все, классное сияние и скоро пойдет в пустышки, надеюсь. Дальше мы с вами будем рассматривать румяна, бронзеры и скульпторы. Начнем с бронзера, с моего любимого, хотя по нему совершенно не скажешь. Я его покупала, как сейчас помню, за $14, это Буржуа. Он очень круто пахнет шоколадкой. Здесь даже нарисована шоколадка. Вот, как вы видите. И здесь есть мелкие блестки, которые на коже вообще не видны. Прям супер покупка. Покупала где-то 3 года назад. И все равно пользуюсь. Хотя он очень сильно спрессован. И вообще незаметно, что им пользовались когда-либо. Дальше Catrice. Вот такая вот моя гордость. Как вы видите, здесь был... А здесь была пудра, здесь был хайлайтер и бронзер. Все, я уже скоро закончу и пойдет в пустые баночки. Дальше вот такой вот бронзер. Сломалась опять же крышечка. Это от Golden Rose. Я на скидках покупала 2, одни румяна и один такой бронзер. Розовенькие румяна подарила подруге, а эти оставила себе. Пользуюсь, но они очень сильно пигментированы и легко ими оставить пятно. Я такое, если честно, не очень люблю. Но так как упаковочка уже сломалась, я стараюсь быстрее израсходовать и закончить. Дальше слик. У меня две вот такие вот сухие текстуры румян в разных оттенках. Один Coral 933, а второй 921. Вот то, что 921, им вот буквально даже ни разу не пользовалась, только делала свотчи, купила недавно. Единственный минус, они очень тяжело открываются и быстро пачкаются из-за того, что вот матовая упаковка. А вообще слик румяны это просто бомба, потому что они очень слабо пигментированы, я такой люблю. Дальше второй. Он чуть-чуть потемнее, хотя вам на камере это совершенно не видно, но я надеюсь, что вы верите мне. И этим я уже пользовалась на протяжении полугода. Хорошая покупочка, и стоят они недорого, что-то в районе 1000 рублей. Вот эти стоят немножко дороже, и упаковка, посмотрите, в каком состоянии просто. Называется «Бомжи на привале». И я опять же не обратила внимания, купила, оказывается, это кремовая текстура. Именно поэтому не пользуюсь, не люблю кремовые текстуры. У меня сразу тональный съезжает. Мне очень неудобно пользоваться. Если бы я знала, что это кремовая текстура, я бы не взяла. Дальше у нас от Benefit румяшки. Очень нравится их упаковка. Покупала тоже где-то 4 года назад, может 3 года назад. Но я все-таки считаю, что сухие текстуры, они не портятся. Поэтому храню и пользуюсь. Такой поросячий розовый цвет. Честно, на сайте он был более приглушенный, именно поэтому я его взяла. Когда он пришел, немножко, если честно, разочаровал.
но иногда пользуюсь. Например, вот эти вот тени от Catrice, это по идее тени, но я их использую именно как румяна, потому что они матовые, они имеют такой нежный оттенок. Такой оттенок я всегда искала в румянах, а нашла в тенях, потому что заказывала через интернет. Вот каждый раз, когда заказываешь через интернет, ждешь одно, приходит совершенно другое просто. В хайлайтерах я вам не стала показывать эту палетку, решила показать в румянах. Румяна и бронзер здесь есть, и также хайлайтер, которым я несколько раз пользовалась. Очень удобная упаковка, занимает мало места, и три продукта здесь вот так вот под рукой. Еще плюс зеркальце бонусом. Единственный минус — этот вот бронзер, он очень сильно пигментированный. Я это не очень люблю. Я больше люблю, когда слабо пигментирован, как вот этот вот от Буржуа. Но опять же, вот смотрите, упаковочки в каком состоянии, хотя я стараюсь аккуратно пользоваться. Дальше моя любовь. Это просто любовь. Вот эти пончики. Они все были в комплекте. Я один раз их покупала. Здесь, значит, бронзер. Он немножко с желтым подтоном. И он достаточно темный. Ни разу не делала мейк. Ни разу не тестировала у себя на лице. Просто вот так вот свотчи делала. Вот, как вы видите, он темноват, но пользоваться можно. Если честно, я к любым косметическим средствам могу как-то подстроиться и начать ими пользоваться. То есть со временем мне начинает нравиться средство, которое, например, в начале, может быть, вообще не нравилось. Дальше здесь румяна. Они слабо пигментированы. Вот это не совсем румяна, мне кажется, это даже больше хайлайтер. А здесь прям румяшки не сильно пигментированные, прям вау. И классная упаковка, и продукт тоже хороший. Дальше бюджетный бренд Belle. С этими румянами вообще целая история. Однажды у подруги я оставила косметичку. Из этой косметички, оказывается, выпали вот эти румяна и сломались. Подруга, даже не сказав мне, пошла и купила новые румяшки. Я как бы взяла у нее косметичку, и прошло где-то полгода. Потом она мне сказала, что, оказывается, мои румяна сломались, и они пошли и купили мне новые. Вот с тех пор лежат. Очень хороший оттенок, такой, знаете, универсальный, подойдет всем. Я останавливаться на оттенках, на номерах не буду, потому что это займет очень много времени. А я хочу, чтобы видео было не очень длинное. Дальше у нас Flor Mart, такой бронзер. Он с блестками, прям с явными блестками. Это прям даже, я вам скажу, такой хайлайтер темного оттенка. Не очень универсальная вещь. Поначалу пользовалась прям вот каждый день. Но потом я поняла, что он немножко глупо смотрится у меня на лице. У меня просто щеки блестят вот таким вот коричневым отплеском. Не очень смотрится, но упаковка классная. Flor Mart вообще люблю. Хотя в последнее время очень подорожала косметика от Flor Mart. Раньше дешево стоило. Вот эту вот я покупала за $6. Сейчас дороже. Дальше у нас от Catrice такие румяна. Обожаю. Прям любовь. Лучшие румяна в моей жизни. Здесь еще есть хайлайтер, но он не очень сияет. И опять же, упаковка в ужасном состоянии. Я не знаю, почему у меня упаковки вот в такое состояние приходят. Хотя я как бы стараюсь аккуратно пользоваться. Почему так получается, я не знаю. И последнее, что я вам покажу, это вот такая вот палетка. Палетка сайта Makeup Revolution. У меня две такие палетки. В хайлайтерах я вам показала в других оттенках. Это палетка именно румян. Вот этот и вот этот оттенок, это просто бомба. Я пользуюсь ими достаточно часто, просто именно к палеткам. Почему-то у меня рука не лежит в последнее время. Я беру косметичку на месяц, и там беру средства, которые я хочу добить, и пользуюсь как раз-таки ими. А понятное дело, что такую палетку добить мне не удастся. Поэтому даже и не стараюсь в последнее время. Возможно, у меня есть и другие румяна, но я сейчас взяла то, что нашла. Следующее, что мы будем рассматривать, это палетки теней и еще и одиночные тени. Ой, да, я даже не видела, что у меня сломались вот эти тени. Я только что увидела, мне очень они нравились. Как так произошло, я вообще без понятия. Давно не лазила в своем ящике, как раз делаю здесь порядок и инвентаризацию. Начнем с моих любимых теней, которые разбились. Вот так вот вам их видно. Это от Belle. Очень красивый оттенок, который я наношу на все подвижное веко. В общем, фокус не хочет ловиться.
В общем, вы поняли. Моя любимая палетка, самая любимая, прям вот любовь, это от Makeup Revolution. Заказывал на сайте Revolution Beauty. Это из серии I Love Revolution Dragon's Heart. Есть такая красная, есть такая голубая. Я голубыми тенями не пользуюсь, я не умею делать с ними крутые макияжи, поэтому заказала эту. Она меня ни в коем случае не разочаровала. Я была в восторге, когда увидела качество этих теней. Они наравне прям с Зоева, наравне с Люксом. Прям вау. И покупала я ее на скидке, если не ошибаюсь. Недорого, ну что-то в районе $10 она стоила, эта палетка. Очень такая, знаете, аккуратная, приятная на ощупь. Дальше, здесь у меня палетка от Зоева, ее мне дарил мой молодой человек, когда он приезжал из Италии, он покупал в Sephora. Вот, это travel версия, вот такие здесь оттенки, очень крутой оттенок, вот этот вот. Если была бы однушка, я бы обязательно взяла вот эту вот однушку. Да и вообще все тени обалденного качества, клево растушевываются. Я обязательно закажу себе палетки большие. Хотя вот эта вот маленькая, она стоила в Sephora 20 евро. Хотя большая стоила 22 евро. То есть 2 евро разница, и получается, что... То есть такой вот маленький объем. Невыгодно совершенно брать. Не берите маленькие, лучше берите большие. Но в принципе это удобно, если вы едете куда-то отдыхать и хотите взять универсальные оттенки в мини-версии. Дальше я хочу вам показать свой раритет. Достояние, так скажем. Посмотрите, какая я умничка. Я очень люблю, когда в тенях появляются донышки, потому что у меня их много, они не заканчиваются, поэтому я взяла одну палетку, она была совершенно новая, вообще не тронутая. Я решила, что я закончу эту палетку, и только тогда я возьму другую. И как вы видите, все светлые оттенки закончились. Этот оттенок я использовала для бровей, он тоже уже почти закончился. Я перешла на этот, и теперь брови оформляю этим. В общем, все легко, кроме вот этих двух оттенков. Темные мне не очень нравятся, но я заставлю себя и закончу их. И с чистой совестью уже эту вот палетку отправлю в пустые баночки. Я снимаю, кстати, видео «Пустые баночки за 5 лет». Надеюсь, что вы его посмотрите, потому что очень много труда вложено в это видео. Давайте сразу с этих... Не могу сказать, что это тени вау. То есть я когда смотрела обзоры, я уже слышала о том, что тени не супер хорошего качества, но я взяла именно из-за дизайна. Честно, меня подкупает классный дизайн, когда вот так вот мило смотрятся тени, красиво смотрятся на полке, поэтому я знала, что здесь не супер качество, но все равно взяла их и даже не жалею. Абсолютно искренне говорю вам об этом. И вторая палетка, она вот такая вот. Вроде бы цвета мои, но они не очень растушевываются. Не очень прям смотрится на глазах, но пользуюсь как-то. Как вы видите, вот этим оттенком достаточно часто пользуюсь. Ничего так. Дальше у нас здесь 4 палетки от Essence из серии, которую сняли с производства. Вот. Это All About Grace, All About Nude, All About Roses и Toffee. All About Toffee. Ну, в общем, Grace, она у меня не тронутая, как вы видите. Пару раз свотчи, ни разу не делала макияж. Хотя здесь просто потрясающе черный. Я не хочу пачкать пальцы, но я вам должна это показать. Посмотрите на этот черный. Это просто произведение искусства. Давайте сделаем свотч и наглядно поймем какой-то крутой оттенок. Хотя у меня сейчас на камере, опять же повторяюсь, баланс белого и оттенки не очень хорошо передаются, но даже в таком случае вы видите, какой крутой оттенок. Вот. Дальше. Здесь у нас палетка All About Nudes. Эту палетку я, конечно, использовала на протяжении где-то месяца и тоже хотела ее добить до конца. Как только Catrice закончится, я вот прям собираюсь налечь на эту палетку и закончить именно ее, потому что очень универсальные оттенки, мне они нравятся. Вот эти вот три вообще супер. Вот этим часто контурирую нос. Тоже удобно. Классная палетка. Покупала на скидке. Опять же, очень выгодная цена была. All About Roses, ею я пользовалась реже, но пользовалась, как вы видите. Оттенки тоже универсальные. Вообще, я могу сказать, что вот эта серия, она вся очень удачная. И очень жаль, что ее сняли с производства. В принципе, ее с производства не сняли, просто они поменяли дизайн. Но мне настолько нравился старый дизайн, что прямо жалко. Вот. Дальше у нас здесь
All About Toffee. Вот эту палетку тоже я прям юзала конкретно. Хотя мне это слово не очень нравится, но в любом случае эти два оттенка прям вот каждый день у меня использовались. Вот этот, я уверена, что я им вообще пользоваться не буду. Хотя вот у меня такой фетиш, я не могу выбросить палетку, пока не использую ее прям до дна. Прям чтобы ни грамма там не осталось. Вот, тогда у меня уже душа спокойна, и я могу спокойно ее выбросить. Дальше давайте рассмотрим вот эту палетку. Это от Makeup Revolution, я вам во влоге ее показывала. Очень удачная палетка, она очень массивная, знаете, такая тяжелая. Видно, что прям пластик такой качественный. Здесь вот такие универсальные оттенки, вообще сама палетка очень хорошая. Просто единственный момент, что она очень тяжелая и прям вот такой пластмасс хороший, добротный. Неудобно ее брать с собой, она чисто для дома. Таких палеток было очень много, это еще старый вариант, сейчас они вышли без кисточки. В принципе, я думаю, что без кисточки выпускать их более целесообразно, потому что никто этими кисточками в конце-то и не пользуется. Дальше у нас здесь вот такая китайская палетка, которую мне подарили. Обычно я такую косметику не держу у себя, но именно это мне очень понравилось, именно растяжкой цветов и качеством. Они очень хорошо пигментированы, очень классно наносятся, шиммерные оттенки, вообще бомба, поэтому я решила не выбрасывать. Далее еще две палетки от Makeup Revolution. И вот у этой палетки такая же проблема, посмотрите на упаковку. Как будто на нее что-то разлили, а я как бы ничего такого не делала. Очень странное состояние. Честно, неприятно держать в руках вот такую вот палетку. Палетка под названием Smoky. По-моему, здесь зеркало тоже выпадает. Да, зеркало тоже выпадает. Все на соплях держится. Тени тоже мне не очень понравились. Пигментация плохая. Держится тоже недолго. Большинство теней Revolution мне нравится, но раз не приходится. И вот иногда получается вот так вот. Далее самая популярная серия. Вот это вот. Iconic, насколько мне известно. Здесь очень удачные оттенки. Вот этот цвет идеально подходит для бровей. Вот эти я использую на все подвижное веко. Этими затемняю. Я думаю, что даже после того, как я закончу свою палетку от Catrice, можно даже взять эту и израсходовать всю. Дальше здесь остались более мелкие палетки. У меня одна от Ideal Private Label. Я просто купила эту палетку, потому что она была на скидке. И честно, это было очень тупое решение, потому что оттенки совершенно не мои. Просто из-за того, что была скидка, я взяла. В общем, лежит она у меня мертвым грузом вот так вот. Пудру взяла из этой же серии. Пудрой пользуюсь, а вот тени просто лежат. Дальше у нас такая палетка из нового дизайна Jade. Или Jade, как называют. Я привыкла, что все называют Jade. Здесь был очень удобный аппликатор, который я уже посеяла удачно. Три вот этих оттенка, не то что они сатиновые, они прям с такими мелкими блестками. Очень крутая палетка. А вот этот оттенок просто сатиновый. В общем, удачная палетка, мне нравится. Купила по рекомендации своей подруги. Я хотела купить однушку, но потом оказалось, что палетка стоит где-то на 30% дороже, чем однушка. Я подумала, что брать однушку? Лучше уж возьму всю палетку. Дальше здесь однушка от Flor Mar. Знаете, это прям золото. Золото. Как вы видите, здесь есть такая вмятина. Не знаю, вам видно или нет. Цвет обалденный. Очень красиво переливается. Я наношу матовые тени, подложку, а затем эти блестки. Смотрится обалденно. Последнее время вот постоянно у меня в косметичке именно они. Дальше вот такая вот палетка, которую я храню именно в упаковке, чтобы она не портилась. Это от Makeup Revolution серия знаки зодиака. То есть каждый знак зодиака покупает свой знак, и получается эти оттенки должны идеально мне подходить. Здесь зеленый цвет, вот этот. Это нечто, это лучший хайлайтер, очень классно переливается. Что касается подложки, это ужас какой-то. Для бровей тени они мне, к сожалению, не подошли. Да и вообще тени какие-то суховатые, на мой взгляд. Не вау, так скажем. Дальше здесь две четверки матовых теней от Belle. Сначала я купила вот эту. И как вы видите, этот оттенок у меня прям до донышка. Мне они очень понравились, я решила повторить покупку, так скажем, этот оттенок у меня сломался. И купила еще одну палеточку. Стоили они недорого, но при этом хорошее качество. Вот этот я использую для бровей.
тоже классно. Хотя фиолетовые цвета не совсем мои, я больше люблю красные. Дальше у нас здесь, давайте Catrice покажу вам. Есть такая палетка, где хайлайтер, три оттенка теней, матовые они. Вроде бы это для бровей, но я использую для век, потому что для бровей они сильно рыжат. Ну, для меня, по крайней мере. Дальше Catrice вот такой вот дуохромный оттенок. Очень красиво переливается на глазках. Цвет такого шампанского. Они у меня сломались и вот так вот не защелкиваются. Ни один причем из них. И третий оттенок вот такой вот, кажется, коричневый, но это на самом деле сливовый. Их бы по-хорошему нужно хорошенько оттереть и потом уже положить. Дальше у меня есть тени от MAC. Покупала я их очень давно. Здесь несколько оттенков. И один из них, самый любимый, у меня разбился, к сожалению. Где он? Где он? Или я выбросила его? Вот этот зеленый, он у меня, к сожалению, разбился. И вы знаете, я снимаю как бы для вас выпуск, так можно сказать, пустые баночки за 5 лет. И я этот оттенок не буду включать туда, потому что этот оттенок я сама не закончила. Он у меня просто сломался, поэтому я думаю, это будет нечестно. Дальше у нас вот такой вот оттенок голубой. Не могу сказать, что я фанатка теней от MAC. Мне лично, например, нету никакой разницы, MAC или Revolution. Revolution стоит намного дешевле. Смысл тогда переплачивать. Вот Zoeva и MAC, если сравнивать, мне, например, нравится Zoeva. То есть я не могу сказать, тени MAC это прям супер-пупер что-то такое. Такой фиолетовый оттенок. Красивый очень. На нижнее веко самое то. Дальше у нас серый. Покупала через интернет на официальном сайте. И я поняла, что серые цвета совершенно мне не идут. Но поняла это после того, как купила. Дальше такой синий. Опять же, не использую, просто лежит мертвым грузом. А вот этот очень даже ничего. Бежевый оттенок с такими мелкими вкраплениями. Дальше здесь у меня опять же закончились тени от MAC. И я сюда залила свою помаду. Очень удобно пользоваться, но что-то постоянно про существование ее забываю и просто так лежит, если честно. Здесь у меня тестеры всякие, тени вот такие вот из серии The Velvets от Essence. Просто сломалась упаковка, она у меня выпала из рук и все. Надо, наверное, магнитную палетку уже брать. А дальше здесь тени от Flor Mar. Это были тени Shelly, но она ими не пользовалась. Поэтому отдала мне, я пользуюсь с удовольствием, мне очень нравится, даже иногда использую как хайлайтер. Когда у меня не было такой большой коллекции хайлайтеров, я их использовала в качестве хайлайтера. Дальше тени от L'Oreal. Это прям, знаете, такое жидкое золото на глазах. Очень красивые тени, прям нечто. Давайте вам сделаю сводч. Хотя с такого вот расстояния вы, к сожалению, наверное, не увидите, насколько красиво переливаются. Да, к сожалению, вы не видите. И последние вот такие вот тени от Essence. Мне их прислали в подарок сайта Beauty Home. Дальше вот только что увидела, что тени от Deina вот так вот покрошились. Наверное, буду переспрессовывать, потому что эти тени мне очень нравятся. И от Maybelline Color Tattoo в оттенке Gold. Дальше у нас с вами помады. Я не буду останавливаться и показывать прям все-все-все помады, которые у меня есть. Я просто покажу парочку моих любимых или наоборот нелюбимых. Сделаю для вас свотчи. Вот у меня рука уже приготовленная. Я надеюсь, что ее хватит. Надеюсь, что мы не дойдем до горла. Во-первых, самая любимая моя помада, как вы знаете, это Maybelline в оттенке 146. Она просто обалденная. Посмотрите, сколько ее осталось. Скоро она отправится в пустые баночки. Здесь мелкие блестки, хотя, наверное, меня закидают камнями, что сейчас вот такие вот блестящие помады, они совершенно не актуальны, типа это не модно. Но самое главное, что мне нравится. И мне нравится, как это выглядит на моих губах, поэтому я пользуюсь. Дальше одна из любимых помад, это от Essence. Тоже осталось совсем чуток. Делаем такой свотч. Коричневый оттенок, хотя я больше предпочитаю как бы розоватые оттенки, но этот выглядит безумно богато, безумно красиво,
поэтому нравится. 5 из 5 ему. И он тоже заканчивается. Посмотрите, совсем чуть-чуть осталось. Вот я пытаюсь брать 2 помады, добивать их до конца, отправлять в пустые баночки, потом брать другие. Потому что такими темпами я никогда не закончу эти помады. Следующая помада — это от Ideal Private Label. Это 13 оттенок. Очень качественная, классная помада. Вот такого вот дорогого красного цвета. Но, к сожалению, я редко использую подобные оттенки. В последнее время в мукбангах, если накраситься подобной помадой, это просто будет жесть. Вся вилка, все будет в крови. Поэтому я как-то обхожу стороной эти оттенки. Дальше вот такая вот помада от Slick. Тоже красивый оттенок, очень красивый оттенок. Давайте сюда его. Сюда его запопахаем. Это просто. Она матовая, но при этом очень хорошо держится на губах. Не сушит губы. Еще такая миниатюрная упаковка. Но опять же, косяк Slick заключается в том, что пачкается упаковка. Что с этим делать, сами Slick даже не знают. Дальше помада, которая вообще мне не понравилась, от Make Up Revolution. Она слишком пигментированная, она прям жирная, прижирная. Мне не нравится вообще, и оттенок мне совершенно не подходит. Покупала на сайте, и вроде бы на фотографии оттенок смотрелся клевый, но когда я его в жизни увидела, я поняла, что это не мое, совершенно не мое. Дальше вот еще один промах от Slick, тоже заказывала на сайте, посмотрите, какой цвет. Хотя на сайте вот такой был цвет. Какой-то фиолетовый. Вот конкретный промах. На губах смотрится, как будто я труп. Просто я труп. Вот эта помада от Golden Rose. Мне она очень нравится, но я не буду делать свотч, потому что она очень сложно отмывается. Крутой оттенок. В тюбике кажется намного светлее, на самом деле оттенок потемнее будет. Дальше у меня 5 помад от NYX. Даже больше. Где мои помады от NYX? Наверное, где-то в сумках валяются, но вы миллион раз видели эти помады у меня. Вот это 4, по идее, должно быть больше. 5 или 6 их? 6 их, только я не знаю, где они. Давайте сделаем свотч одного из оттенков. Вау! Вау! Крутой оттенок. Ой, да. Оторвалась вот эта вот задница. Здесь тоже, кстати, помада, которой вы можете пользоваться, когда закончится основной цвет. Дальше здесь есть такая помада от NYX. Очень красный кровавый оттенок. Вы просто должны это видеть, насколько она жирная. Вот просто один раз вот так вот проходишься, вот такой цвет. Но на губах, как правило, я такие оттенки не очень люблю. Дальше, что вам показать. Такая помада от Belle, которая очень трудно откручивается. О, крутой оттенок. Когда закончатся все остальные, обязательно вернусь к этому. Раньше, вы знаете, каждое утро я просыпалась и выбирала помаду, но я поняла, что такими темпами я никогда не закончу эти оттенки. Поэтому я решила брать одну и заканчивать ее до конца, затем уже брать вторую. Так хотя бы есть хоть какой-то шанс закончить все. Это Golden Rose, и у меня здесь очень много помад от Golden Rose. Раз, два. Давайте 8-й даже сделаю свотч. Я вам снимала отдельное видео моей помады от Golden Rose. Если вам интересно, то я могу оставить ссылочку внизу, вы можете посмотреть подробно. Вот еще давайте вот эту помаду от Make Up Revolution. Такой розовый оттенок, поросячий. Куда мне его намазывать? Разве что как румяна. Вот такая вот красота у нас получилась. Вау! А дальше у меня здесь блески. Я очень люблю такие блески желе от MAC. Как вы видите, их здесь много. Вот. Любовь. Очень нравится. Они как бы не липнут к волосам. Просто очень классные блески. Присмотритесь, если вы ищете тоже достойный блеск для губ. Вот такой вот блеск от Буржуа. Не в восторге, мне сейчас не очень. От Белоджи есть у меня блеск. Этот гораздо лучше. От Essence. Essence вообще ужас какой-то. El Corazon. И какая-то подделка Huda Beauty. Ничего интересного. В общем, как-то так.
На помадах, я думаю, на этом достаточно. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачного дня. До скорой встречи.